На закінчення виступу Олега нетерпляче чекає Світлана. Звичайна перукарка з Феодосії ніяк не може повірити. Невже ще хвилина і вона вийде на найбажанішу сцену країни? Досі про таке вона дозволяла собі хіба що мріяти. Мій муж, двоє дітей, одному 14, второму 9, два пацана, мальчишки, бандити. Ну, самі розумієте, всіх обстирати, всіх накормити. Отработать счет, ну и так далее. Ну, остается там, может, почитать там, еще что-нибудь такое. На кухне попить или в ванной. Тепер, коли діти підросли, Світлана вирішила, саме час діяти. Бо там і онуки не за горами. Тож, або зараз, або вже ніколи. Вона мечтала все время о большой сцене. То спеть хотя бы раз на сцене. Я говорю, ну, надо ехать, чё ж. Езжай. Мечтала? Давай. Добро пожаловать. Какая вы красивая. И вы очень красивая. Это вы выдумываете. Нет, нет. Давайте знакомиться. Меня зовут Светлана. Светочка, очень приятно. С вами приехал ваш муж. А вы любите, как она поет? Конечно. У вас есть любимая ее песня? Есть. И она всегда поет вам. Вот она будет ее исполнять. Да вы что? Да. Правда? Да. Тогда надо спеть вот так вот, для мужа. Со всем сердцем, со всей душой. Постараюсь, правда, руки уже мокрые и холодные. Ну-ка, но... что сделаем? Что? Ничего не сделаем. Вытрем? Нет, нет. Ну и все. Все, выхожу. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас звати? Меня зовут Светлана. Легенькая. По комплекції прізвище. Ну, значить, ви будете легко робити те, що хочете робити у нас на сцені. Що це буде? Це буде пісня Аллы Борисовны Пугачевой «Свеча». Слухаємо. Красивая пісня. Красивая. Дуже. Как она красиво поет, с такой душой. На озаренный потолок ложились тени.
Дуже потужний голос. Чесно кажучи, я вражений. Багато співаків віддали багато чого за те, щоб співати так, як ви. Світлана легенька отримує від мене так. Спасибо большое. Так тяжело. Браво, молодець. Свет, так вам йде ця пісня? У вас такой какой-то светлый образ, ваши глаза, просто от души поете, и это очень приятно, и приятно было слушать. И вы знаете, я обожаю, когда у нас на сцене поют парикмахеры, танцуют заводчане, фокусы показывают профессора. А судят физики. К примеру. Обожаю. И мне кажется, что вы пришли туда, куда нужно. Я тоже говорю вам «да». Спасибо. Вы знаете, Свет, несмотря на то, что парикмахер и я, казалось бы, понятия несовместимы. Ну, как сказать? Антагонист. Но мне понравилось. Спасибо. И в нашем жюри, в принципе, самый большой плюс – то, что соседова нет. Если бы он сейчас услышал, не понравилось, потому что, в принципе, посягнули на Аллу Борисовну, ее произведение. А нам нравится. Нам нравится, нравится. Спасибо вам большое. И у вас 3D сегодня. Yes! Yes. Я вас поздравляю, yes. Вы идете дальше. Я вас так всех люблю, я за вами 3 сезона наблюдаю. Решилась наконец. Теперь наша очередь наблюдать за вами. Удачи. Она дошла. Да. Боже, какая молодец. 3 сезона тебе что-то не получалось. Три то сезона. Дети болели, то ты болела, болела. То еще что-нибудь. Я так рада. Это было так от души. Я так боялась. Класс, видите? Вообще, бомби. Молодец, умница. Горжусь всем тобой. Молодцы. Свеча горела.